Привет, друзья! Российские войска начали использовать модернизированные ЗРПК «Панцер-СМ». Конечно, это не версия ЗРПК «Панцер-СМ-ТБМ», но тоже неплохо. Как сообщается, комплексы отправлены на Донбасс, но никаких видео пока нет. ЗРПК «Панцер-СМ» разработан в 2019 году и оснащен новой РЛС обнаружения целей и новой РЛС сопровождения целей и наведения ракет, созданная на основе фазированных антенных решеток. Главное преимущество ЗРК – существенно большей дальности обнаружения сопровождения и поражения объекта. Возможность лучше поражать мини-БПЛА, управляемые артиллерийские снаряды и скоростные баллистические цели. ЗРК способен обнаружить малоразмерные цели на дальности до 75 км. При применении новых зенитных управляемых ракет с гиперзвуковой скоростью дальность перехвата цели составляет 40 км. Это в два раза больше по сравнению с предыдущей версией. По результатам тестирования, о которых сообщали ранее, у ЗРПК предельная дальность уничтожения БПЛА увеличена на 30%. Комплекс может поражать цели на высоте до 18 км. В качестве шасси для панциря СМ было выбрано шасси К-539-58 из семейства автомобилей «Торнадо» с колесной формулой 8х8. Цена ЗРПК «Панцирь СМ» пока неизвестна. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.